В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования подвели итоги работы за прошлый год. Медицинскому персоналу есть чем гордиться. Высокое качество услуг отмечено на государственном уровне. Соответствующую премию вручил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В прошлом же году в центре поставили на поток операции с использованием нейромониторинга. Технология практически сводит к нулю риск осложнений. И это далеко не единственная научная разработка, внедренная в практику. Между тем, задачи на этот год еще более серьезные. Отрасли необходимы эндопротезы и инструменты для проведения высокотехнологичных операций. И хорошо бы, чтобы они были отечественными. Импортные с каждым днем обходятся все дороже. Глава Чувашии обсудил с врачами возможность создания соответствующего производства на базе индустриального парка, который строится в Чебоксарах. Вот здесь вот представлен практически весь спектр, который используется в травматологии. И более того, это не будет не просто расходный материал, да, это еще и будут вот и силовые инструменты. Это практически единственные производители в нашей стране, которые будут выпускать эти инструменты для наших травматологов. Да, они в 5-20 раз дешевле, чем импортные аналоги. А сами металлоконструкции, они где-то в 2-3 раза будут дешевле, чем то, что, так сказать, завозится из-за рубежа. Подробнее о работе центра и о том, какие вопросы обсуждались на встрече врачей с главой Чувашии, мы расскажем завтра в программе «Республика». Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев. Республика.